нас сюда привела. Довольно-таки детективная история. Вот этот дом, который сейчас по адресу Потемкинская, 216, раньше у него был другой адрес. Улица Алексеевская, 16. Потому что география Потемкинской и Большой Морской раньше была немножко другая. То есть эти улицы соединялись в районе 4-й Слободской. И начиналась улица Алексеевская, которая вышла вот сюда, вот, так сказать, к бывшему саду Трезвости. Все дело в том, что это здание, оно ужасно перестроено. Оно наполовину обрублено. И вот тут такие вот брандмауэрные постройки, которые вплотную соприкасаются, они совершенно обезобразили его. А раньше это было здание с флигелями. Здесь находилась контора, которая имела очень длинное название. Она так и называлась. Контора по надзиранию магазинов военных поселений Херсонской губернии. Эти военные поселения были созданы, так сказать, на землях современной Николаевской области в 1817 году. Это 340 квадратных километров. Это 29 сел, один город. Столица — город Вознесенск. То есть размещены 4 полка, которые располагались в 29 селах. Села нам очень знакомые. Петрово-Солониха, Арбузинка, Матвеевка, Баловная, Троицкая. В общем, 29 сел и территории небольшого европейского государства. Всего 31 тысяча человек мужского и женского пола жило. И вот эта контора по надзиранию за магазинами военных поселений Херсонской губернии — это по существу интендантская контора, которая отвечала за снабжение военных поселенцев сельхозоорудиями, вооружением, порохом, семенами. Это были люди, которые одновременно и служили, то есть они были пожизненными солдатами и пожизненными земледельцами. Но вот этот вот поселенческий край на территории современной Николаевской области был, так сказать, организован не от хорошей жизни. Вот тут начинается вот та самая детективная история, которая сопровождала организацию всех военных поселений. Они связаны с именами графа Аракчеева. Это было связано с масштабной финансовой аферой, которая произошла после битвы Ватерлоо. В этом году исполняется ровно 200 лет со дня последней битвы народов с узурпатором Наполеоном Бонапартом. И это связано все с семьей Ротшильдов. Для того, чтобы была понятна какая-то предыстория всего, так сказать, этого поселенческого движения в Российской империи, здесь надо, наверное, рассказать о том, что в начале 19 века семья Ротшильдов, так сказать, распространила влияние на все европейские государства. Аншельм, старший сын, был во Франкфурте, Соломон был, если мне память не изменяет, в Вене, Натан в Лондоне, Джеймс в Париже и Яков, если мне не изменяет память, опять же, в Италии. Они финансировали в эпоху наполеоновских войн все враждующие стороны. За счет Ротшильдов Наполеон оплатил свой египетский поход, египетскую экспедицию и испанский поход. За счет Ротшильдов и за счет контрибуции с Пруссии был организован масштабный поход всей Европы на Россию. То есть война 1812 года. И вот, когда это все закончилось, в 1813 году, когда Наполеон отрекся от престола и его сослали на остров Мальту, кстати, портфель Ротшильдов в основном был такой, то есть им были должны австрийский император, русский император, который оплачивал свои боевые действия за счет займов, германские князья, испанский монарх. Ну и, соответственно, итальянские государства тоже были должны Ротшильдам. Поскольку во Франции антинаполеоновская коалиция привела к власти Людовик XVIII, то есть восстановил династию Бурбонов, то Людовик XVIII, он согласился оплачивать долги Наполеона Ротшильдам, то есть он посчитал их солидарными. Ну вот Наполеон бежит с Мальты,
И опять начинается та же самая. То есть это второй приход к власти. Собирается последняя, седьмая антифранцузская коалиция. То есть они набирают миллионную армию. Наполеону удается собрать только 200 тысяч. 17 июля 1915 года в битве при Линьи Наполеон разбивает армию Блюхера. Остатки. То есть от разгрома эту армию спасает только то, что не подошел первый французский корпус. И он уходит в неизвестном направлении. Наполеон посылает, дает 36 тысяч человек маршалу Груши и посылает на поиски Блюхера, чтобы его добить. И в это время дает передышку своей армии на дороге Шер-ля-Руа. Это недалеко от селения Ватерлоо. Туда приходит герцог Веллингтон со всей своей армией. И вот Ротшильдов паники. Все семейство Ротшильдов, они понимают, что если Наполеон разобьет Веллингтона, то все их активы, то есть долги европейским государям, они все накроются просто-напросто. И семейство обнищает, потому что некому будут платить. Они будут сразу банкротами. Поэтому два брата решают идти на передовую. Два штатских человека. Джеймс, один из Ротшильдов в рядах пехотинцев Жерома Бонапарта. Ну а Соломон, соответственно, горцует там неумело, там где-то там в первой линии эскадронов Эксбриджа. И вот когда уже, так сказать, старая гвардия Наполеона окружена, когда ее расстреливают из пушек, уже понятно, кто победил. Естественно, Соломон сразу, так сказать, гонит лошадей в бельгийский порт Пуансебе. Там нанимает за бешеные деньги, потому что шторм. Нанимает за 2000 ливров лодочник, который, так сказать, его перевозит в Британию. И привозит известие, то есть письмо, так сказать, Натану Ротшильду. Натан Ротшильд его скрывает там дрожащими руками. Идет тут же на лондонскую биржу и устраивает там спектакль. То есть он хмурый такой. А все на него смотрят, так сказать, маклеры. И он начинает распродавать свои акции. А все ждут, так сказать, исхода битвы при Ватерлоо. Потому что если победит Наполеон, то все рухнет. Вся европейская геополитика, вся европейская финансовая система и так далее и тому подобное. Для Ротшильдов это был час или-или. Или они по-прежнему владеют Европой, или они все теряют. И вот Натан Ротшильд начинает распродавать свои акции. Начинается паника, все начинают сбрасывать свои акции. Через 4 часа эти ценные бумаги по стоимости ниже оберточной. Его агенты скупают за какие-то копейки сотни поместий, мануфактур, угольных копий. Ему почти даром достается целый торговый флот. Ему даром достаются верфи в Портсмуте и Линде. В это время, поддавшись общей панике, активы русского императора Александра I, которые были задействованы в английской экономике, то есть акции предприятий и мануфактур, тоже были скинуты за копейки. Российская казна потеряла, цифра осталась в башке, потеряла буквально за 4 часа 2 миллиона 16 тысяч 56 золотых ефимков. Это 4 пуда золота. То есть у российской казны не осталось... То есть Россия не могла больше обслуживать свои кредиты частным банкирам. Образовалась дыра в бюджете. Плюс ко всему, сюда надо добавить то, что за войну 1812-1813 годов Россия потеряла 300 тысяч человек убитыми. Это, так сказать, только мирное население. Были разрушены, сожжены 810 сел и 112 городов. Все рассеянные мануфактуры в Подмосковье были разрушены. Сама Москва сожжена. Все это надо было восстанавливать и все это надо было компенсировать каким-то образом населению. Вот специалисты посчитали, вот историки посчитали, что общий ущерб, который Наполеон нанес российской экономике, 1 миллиард золотых рублей.
Это даже не астрономическая, какая-то вселенская сумма такая вот вообще. То есть бюджет России, годовой бюджет был 120 миллионов рублей. А тут на миллиард ущерба. На миллиард ущерба. И вот Россия опять полезла в кредит. Кому? То есть она обратилась за помощью. Чтобы обслуживать свой внешний долг, она обратилась за помощью к Ротшильдам. К тем же самым, которые будут кредитовать всю династию Романовых до Николая II. То есть это будут их основными кредиторами. Ротшильды согласились. Но при условии, если будет отменен таможенный кодекс Петра I, который требовал, чтобы экспорт преобладал над импортом. Всегда. Непроизводительные бюджетные расходы – это расходы, прежде всего, на армию. Вот тогда возникла идея этих военных поселений. Самое первое военное поселение, которое было организовано в 1817 году, было на территории Николаевской области. И вот четыре чиновника во главе со столоначальником, они отвечали за снабжение вот этой вот гигантской державы, которая была, так сказать, у нас в Николаевщине, всем необходимым. Жизнь там была очень тяжкая. Очень тяжкая. Во-первых, они, я уже говорил, то, что они были пожизненными солдатами и пожизненными земледельцами. Быт был регламентирован. Офицеры следили за порядком, за графиком полевых работ, за учениями, за муштрой. Дети, сыновья, отдавались в кантонисты, и иногда они, так сказать, родители вообще не видели. То есть для них родитель был офицер, капрал какой-то. Дочеря выдавались замуж только по рекомендации начальства. Плюс ко всему, повинности постойные. Была такая дровяная повинность. То есть они должны были заготавливать дрова для отопления казарм. Естественно, имская повинность, курьерская повинность. Плюс еще и двойное налогообложение. То есть вот эти вот военные поселения, они вынесли на своих плечах, то есть вот русский народ, украинский народ вынес на своих плечах вот это вот, так сказать, вот тяготы, последствия от этой финансовой аферы. В конце концов, военные поселения были отменены уже указом Николая I, императора Николая I, аж в 1848 году. То, что касается судостроения, это как раз все выпало на времена Николаевского судостроения, на времена военного губернатора Языкова, адмирала Языкова. Естественно, никаких бюджетных поступлений на строительство новых судов не было. И вот там Юрий Семенович Крючков в своей истории Николаева, он приводит цитату графа Лонжерона, героя войны 812 года, который сюда прибыл и говорил о тотальном воровстве, о том, что ничего не строится, и что из казенного леса и металла флотское начальство делает себе дома. Дома. Вот этот дом был тоже построен из ворованного металла и леса.